Глава 26. Был голод в земле сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать: «Жена моя, чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревеку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал он: «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Оттуда перешел он в Вирсавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего.
И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. Пришел к нему из Герара Авимелех, и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива, посему имя городу тому Бершива до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беера, хетиянина, и Васимафу, дочь Елона, хетиянина. И они были в тягость Исааку и Ревеке.